Всем приветик, вы на канале Анжелика Семерякова. Сегодня делаем рулет из свиной пузины. Как я недавно говорила, что мы убрали одну свинью. И делаем сейчас рулет. Сейчас я камеру перенаправлю на стол и буду вам показывать. А вы смотрите, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Вот пузина, два куска. Она мытая, вычищенная. Все хорошо. Вот я приготовила морковка, чеснок, лавровый лист, перец и соль. Сейчас я буду все это натирать. Единственное, что попрошу мужа мне будет помогать заворачивать. Одна я не заверну. Вот так вот надрезаю, чтобы сильно плотно не было. Так, сворачиваться тогда легче будет. Давилку забыла. Ладно, я без чеснока давилки, я на терке. Я даже терку больше люблю, чем чеснока давилку. Мариноваться, солиться, вернее, не мариноваться, а солиться. Дня три будет. Там я по времени буду смотреть, как у меня время будет. Потому что не всегда время есть. На веранде ничего ей не будет. Натираем хорошо. Аромат обалденный. Чеснок везде пропихиваем. Засыпаем соль. Хорошо просаливаем. Лавровый лист. Обожаю лавровый лист, чтобы был аромат. Пересыпем перец. Все растираем. И накладываем морковочку. Ну и так как я одна не закручу, я буду звать мужа на помощь. У меня не хватит сил это все закрутить. Сейчас я это в сторонку уберу и второй буду делать. Делаем вторую. Тоже так надрезаем.
Сейчас все разотру. Перчиком. У меня еще и осталась намазка. Грудинку делали. Вот сейчас я с намазочкой ее. Ну не выбрасывать же. Это я бастурму делала, вот она осталась. Пусть один такой будет, другой такой. Это только приправа. Знаете, как вкусно пахнет? Чеснок, приправа, аромат обалденный. Так, лаврушечку. Морковочку. И еще я, наверное, сухого чеснока сухого посыплю. Хотя я от сухого чеснока вообще запаха не чую. Просто у меня так это давно пачка открыта, и мне жалко, что он попадет. Решила высыпать сюда. Ну вот, скрутили мы два рулета. Сейчас я вынесу их. Все не мариноваться. Накрою сейчас, наверное, фольгой обмотаю сверху. Просто у меня нету никакой больше такой, что сверху можно прикрыть. Оставлю, наверное, на этом разносе. И фольгой сейчас прикрою. И унесу. И, ну, так он мне где-нибудь 3 или 4 дня постоит, и потом буду варить. Вот варился у меня рулет, варился он на часов 5-6. Вот такой вот срез получился от двух кусков. Сейчас я нарежу кусочками. Ну вот, я нарезала кусочками. Муж у меня такое любит. Вот. Хороший получился пузина с мяском. А вам большое всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.